референдумға қатысып, өз дауысымды беріп, өз таңдауымды жасадым. Сегодня по инициативе главы государства проводится большое судьбоносное политическое мероприятие в нашей стране. Я, как и тысячи акмолинцев, миллионы казахстанцев, воспользовался своим правом, данное нам Конституцией Республики Казахстан. Все участки избирательные в нашей области готовы для того, чтобы сегодня провести данное мероприятие. Настроение очень хорошее у населения. Явка, активность акмолинцев очень высокая, настроение праздничное. Это говорит о том, что судьба нашей страны для наших земляков не безразлична.